Как дела? Хорошо, а у вас? Весьма, что это история бокса, если кратко. А выглядит крупно. Это правда. Хочу продать свою боксерскую грушу фирмы «Мутоскоп». Пусть ей больше сотни лет, но она до сих пор функциональная. Я вернул ее в рабочее состояние. Все подлинное. Бросаете монетку и проверяете силу. Хочу получить за нее 6 тысяч долларов. Это намного выше моего предела. Крутая штука, но в прошлом у меня были трудности с продажей таких, и я даже потерял деньги. Боюсь, не смогу предложить сумму даже близкую к 6. Так что вынужден отказаться. Хотя круто знать, что я бил ту же грушу, что и Джек Демпси. Да.